Отец и сын. И щеки надуй, папа. Да? Да, щеки. Да хоть 20. Чуть не закончили. В эфире передача «Уличное безумие». С вами Бизекс, Янг Де Ниро, Жан-Пьер Папен, Аксель Мутлу и Захар Ким. Впереди нас ждет маленький дебют. Это первый международный турнир, на котором мы собираемся поучаствовать. Пройдет он в Риге на фестивале Get the Street. Подписывайтесь на канал, смотрите фоточки, как это было. Вот. Ну или наш влог обо всем расскажет. Не первую поездку за рубеж, но именно с, да, именно с участием в международных соревнованиях, друзья. Почему международные? Потому что будут команды с разных стран. Мы вот смотрели сейчас истории канала в инстаграме Get Football. Приехали уже ребята из Дании, Копенгаген, Лич и Пана Хаус и прочие, Амин Бэй, ну вы все знаете. Приехали ребята из Белоруссии, из Кавказа, как товарищи, да, приехали. Команды, не забыл, как называется. Вот, поэтому турнир будет максимально международный. Соответственно, Россия тоже в теме. Ну что, мы идем по центру Риги или где мы, Вить? Скажи. А? Да, тут все центр. Центр Риги, едем в Юрму. Сейчас поход на вокзальчик рвем, да, с нами? Ну, нет, вокзал. Присоединились. Возможно, чуть попозже потянутся дончане. Волчане. Короче, Личи и бригада. Вот, сейчас на вокзал, поезд Юрмала. Петросян ждет. Так, ну и по традиции не ставим отметку. Не изменяя традиции. Чекинемся. Если что, она легко отклеивается, поэтому. Yo, Russia. My name is Lift. Physics. Physics. Иван. This is very nice. Russian Coca-Cola. Let's see. Come on. Парень пробует квас. Квас. Да, это охуенно. На запах не понравилось. What is kvass in English? Kvass, I know kvass. I think Amin can really explain you. No chance. Yeah. No chance. Huh? Made a little mistake. You can do it. No chance? No chance, bro. 2 billion. It's like a beer. It's alcohol? No. It's not alcohol. Papa. Моя школа. Ну что, ребятки, побывать на море и не искупаться — это эпик фейл. Ребятки испугались, немцы, голландцы. Вот он. Грубо говоря, друзья, это местный The Base. Здесь можно прийти потусить, поиграть. А давайте мы узнаем сейчас у Антохи, в каком режиме работает эта база и работает ли она всегда. Антох, у нас есть вопрос для тебя. Но эта база работает здесь постоянно, она вот да, здесь. С 7 до 22 каждый день. Это местный что-то... The Base Moscow, но нет, он, The Base Riga. Да, но он как бы поля стоят только 2 дня, во вторник и в среду.
потому что в четверг уже баскет, и их разбирают. Какие поля? 3 на 3? Вот эти, 3 на 3, да. Давайте всего, посмотрим. Всего 8 таких полей. Сейчас, бро, досмотрим. Епана! Просто... А, ты же там этот был, блядь. Тебе помочь? Давай, выехал. Давай на двоих. Сейчас, раз, два, три. Сейчас польется, осторожно, не облезь. О, выиграл очки. Минус очки. Выиграл. Я настолько не уверен в этом парне, что я могу сделать вот так. Хоть 20, я. Мяч, лапса. Чуть не закончили. Самые крутые, самые аттрактивные ребята, подарите им грязь, это Sweet Fatter! Слышал! Жан-Ген Папен, Аксель Мутлу, Денис Иванов, Виктор Тарасин. Давайте, пацаны, вот так. Я вас обрыгин, а.к.а. B-Sex. Наконец-то, ребята, приехали сюда, чтобы поиграть в футбол 3 на 3. 3, 2, 1, get up, футбол! Даже не улыбнулся ни разу за этот матч, за этот турнир. Это Sweet Fatter, Стив и Паша. Спасибо, спасибо. Ам Россию! Ну что, давно мы с вами не общались, друзья. Мы в центре, в Риге гуляем, проводим время, свободный вечер. Встретили Пана Хаус, сейчас мы засели в Фрайдис. Встретили Жан-Клод Вандала. Жан-Клод Вандал, он все как Вандал. Всегда. Жан-Клод Вандал гадит, как всегда. Ну, клеит там. Ох, шкура. Ну, как он выражается, он оккультуривает Ригу, оккультуривает города, в которые он приезжает, говорит, как им надо жить. Как надо себя вести. Вот, ну, собственно, Пана Хаус с нами. Пана Хаус in the house. Да. Чернь, вот, Пана, что, блин, пустой.
Свинки визжат. До свидания! Пошел лавтрайдер! Напал, блядь, на... Гейнг, ты ш... Обидел! It's love my... It's my love shoes. Ну что ж, друзья, у меня в руках заметный мяч, подписанный всеми игроками Пана Хаус и Пана Мих Берлин. И этот мяч, красава, может стать твоей, если ты поднимешь свою попу с дивана и запишешь для нас прикольное видео. Все, что от тебя требуется, это 15 секунд твоих самых чумовых ground moves, которые ты отправляешь в Instagram по хэштегу SM_giveaway. А также отмечаешь наш аккаунт @streetmadness.ru. Ровно через 2 недели сам Лив просмотрит все ваши видео и выберет одного победителя, комнату которого будет украшать этот прекрасный расписанный мяч. Удачи!